У станции метро Академика Барабашова порядка десятка трамваев и 5 троллейбусов. Водители говорят, не успели проехать перекресток, как дорогу перегородили люди. Ребят, ну если они на рельсах тут лежали, когда мы подъехали. Кому не успели сказать, те заехали. Нет. Остальные в объезд ездят. Подъезды перекрыли гаишники, заворачивают весь транспорт. На месте руководство Московского райотдела милиции. Правоохранители тщетно пытаются уговорить людей уйти с дороги. Мы пытаемся успокоить людей, чтобы люди освободили проезжую часть, потому что блокировано практически 1150 населения. А ГАИ сейчас пытается отвести транспорт, чтобы не было скопления, не было больших пробок. На перекрестке около 1000 протестующих. Все предприниматели, которые работают на рынке Барабашова. Люди возмущаются повышением аренды за торговое место. Я видела у знакомую свою, у нее, значит, было 6 тысяч гривен аренда, а сейчас стало 11 тысяч аренда. Да, практически в два раза. Хотя Колос нам вышел вчера и сказал, что на 20% поднял он в общей сложности. Андрей Колос руководит торговым центром. К бизнесменам он вышел и сегодня. Сначала диалога с предпринимателями не вышло. Господа предприниматели, пожалуйста. Но вскоре участники успокоились и все же смогли начать спокойные переговоры. Инициативная группа от предпринимателей выдвинула требования. Первое наше требование, чтобы мы могли приватизировать эти магазины. Когда изначально мы покупали магазины от 20 до 195 тысяч долларов. Второе, чтобы не повышали арендную плату. Руководство утверждает, арендная плата повышается не у всех. Кое-кто станет платить даже меньше. Все зависит от привлекательности места. Остальные спорные вопросы тоже стоит решать за столом переговоров, а не на трамвайных путях и без политики. К сожалению, в нынешних реалиях некоторые недобросовестные политики или политиканы пытаются использовать данную ситуацию для зарабатывания политических дивидендов. Но я заявляю для всех, торговый центр Барабашова – это территория без политики. Сейчас движение на перекрестке восстановлено, продолжил работу и рынок. Андрей Кравченко, Павел Кубраков, медиагруппа «Объектив».